В нашем комплексе есть вот такой чан. Немножко хочу показать вам территорию и бассейн. Кстати, мы еще не плавали. Вода. Ой, вода классная. На улице как раз тепло. А водичка такая не как парное молоко. Хотя я люблю, потому что была горячая. Но мало кто такую воду любит. Еще. Ой-ой-ой. Ой, билетики. Еще здесь на территории есть очень классная детская комната для детей, в которой есть аниматор. И если родители отдыхают, можно своего ребеночка оставить под присмотром, что тоже очень важно. Разные развлекаловки, качели, батуты, гамаки. Комнаты для деток. Там баня, кстати, мы сегодня туда пойдем. И тут вот у нас павлины, голуби. Привет, малыши. Куда павлин спрятался? А, вон они. Давай тут, да, павлина? Вон они, красавчики. Что очень важно, что нет запаха от животных. Знаете, как это часто бывает? Ай, какая кошка! Все сыты, ухоженные. Привет, киса! Привет! Как твои дела? А там еще кролики, по-моему, да. Вот они. Кушают. У всех, в общем, завтрак. Приятного аппетита, малыши-карандаши. Кристиан, Данилюшка, давайте кашу. Вот, чтобы сильно, большим, да. А Кристиан будет есть один сыр, как мышка-нарушка. Открывай рот широко. Мы уже пришли на завтрак. Завтрак тут входит в стоимость проживания. Вам дают вот такие вот брошюрки, и вы выбираете сами, что вы будете кушать. Завтраки есть разные. Русский сет, английский сет, французский, каши на выбор. Сейчас попробую, как они выглядят. Они достаточно плотные и сытные. У малышей каша на завтрак. Вчера была овсянка, сегодня у нас рисовая. Вот так выглядит французский завтрак. Омлет и круассан. Вот так английский. С сэндвичем. Ветчина и сыр. Мы приехали в сафари-парк. Вход для взрослого стоит 1200, для детей до 6 лет бесплатно. Ой, утром было не так жарко. А Левушки тоже, видите, на кайфах. Лежат себе, загорают. Ой, вот так вот хорошо как. Тигр. Да, как делает тигренок, как он разговаривает. Да? Вы давай тигренка тоже? Куда он ушел? Вон там он пошел гулять дальше. Один он тут интересный, видно, да. Слушайте, канатная дорога. Мы тоже хотели покататься. Посмотреть на этот красивый вид. Но такая очередь. Люди стоят. Я не знаю, мне кажется, они до вечера будут стоять. Но я ни разу в жизни не каталась на канатной дороге. Но с мелкими я бы, конечно, не рискнула. Хотя я видела, с детьми проезжают. Так, это чтобы вы понимали, очередь на канатную дорогу. Просто, ну, видишь, что людям нечего делать. Нет, конечно же, это красиво, но она не кончается. Она идет туда, туда, туда и еще дальше.